продолжении темы двух жителей столицы обвиняют в незаконном проведении раскопок в местах, признанных культовыми памятниками Чувашии. В соответствии с законом здесь запрещены самостоятельные археологические работы. По версии следствия, в июле 2019 года обвиняемые, используя металлоискатели и металлодетекторы, проводили раскопки сразу на двух объектах культурного наследия – Пятишевском святилище Аликовского района и Большехирлевском, что в Вурнарском. Из земли изъяты монеты, бытовые предметы и иные археологические ценности. В результате указанных действий был поврежден культурный слой земли, что может помешать его дальнейшему исследованию археологами. Все археологические предметы, которые относятся к периоду 18-19 века, имеют историческую, научную, культурную ценность, были изъяты у обвиняемых и возвращены государству. Материалы уголовного дела направлены прокуратурой в Урнарский районный суд для рассмотрения по существу. Отмечаем, что за совершение указанных преступлений уголовным законом предусмотрено наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.